Сальфадии в Европе весна читает ученик второго Т класс, образовательный центр Южный город. Лорд Даниил, вы в крови утонули, под снегом заснули. Обзывайте вы страны, народы, края, вас враги истерзали, путали, топтали. Так вставайте навстречу весне бытия. Нет, подобной зимы никогда не бывало. Ни в истории мира, ни в сказке любой. Никогда так глубоко ты не промерзала. Грудью окровавленной, полуживой. Там, где ветер фашистский пронесся мертвящий. Там забили цветы и истекли ключи. Смолки певчие птицы осыпались чаще. Оскуднели и выцвели солнце лучи. Те края, где врага сапожище шагала, смолкла жизнь, замерла, избавления ждя, по ночам лишь пожары вдали полыхали, ну не пало на пасху, ни капли дождя. В дом фашист заходил, мертвеца выносили, шел дорогой фашист, кровь дорога текла. У стариков и старушек палачи не сидели, и детей ледорецкая Петя врала. О таком выступлении гонителей злобных в разных сказках, в преданиях не сказано слов, и в истории мира страданий подобных человек не испытывал за 100 веков. Как бы очень темна была, все же светает, как зима не морозна, приходит весна. Эй, Европа, весна до тебя наступает, ярко светит на наших знаменах она. Под пятой фашистской полуживый. Жизнь, страны, сироты, вставайте, пора! Вам грядущей свободы лучи заревые. Солнце нашей земли простилает с утра. Этой солнечной новой весны приближай. Каждый чувствует чех и поляк, и француз. Вам несет долгожданное освобождение. Победитель могучий, Советский Союз. Словно птицы на север летящие снова, словно волны Дуная взломавший лед. Из Москвы вам летит одобрение слова, сей свет по дороге победа идет!